приветствую вас. Это Чехия. 6 дней назад я снимала эту речку. Была тише благодать. Уточки плавали, маленький водопадик был. А сейчас вот посмотрите, что творится по всей Чехии. Наводнение в некоторых районах. Видите, в некоторых районах даже эвакуируют людей. И у нас здесь тоже уже, говорят, разливается эта река. Сейчас вот дальше пройду, посмотрю. Как сказали, уже дорогу даже перекрывает речка. Сейчас сниму с другого места. А здесь, посмотрите, речка уже вышла из берегов и пошла дальше вон на дорогу, на поле. Поля затапливает. И здесь тоже очень страшно. Смотрите, все затапливается. Быстрее бы уже закончилось все это. Но это не очень-то и... Ох, страшно. Вот у нас Градец-Краловский район. Надеюсь, что все это быстро закончится. Уже вот солнышко появилось. Дай бог, чтобы все благополучно у нас все было. Не было эвакуации. Все, до новых встреч. Пока-пока.